Информация МВД России Котласки. Для получения данных услуг в электронном виде пользователям единого портала госуслуг, у которых есть учетная запись, необходимо заполнить на портале электронную форму заявления и загрузить отсканированное изображение своего паспорта. После проверки всех данных документ, подписанный электронной цифровой подписью сотрудника МВД, поступит в личный кабинет заявителя. Такой электронный вариант документа является юридически значимым и может применяться наравне с бумажным. Консультации по этому вопросу можно получить по телефону, номер которого сейчас на экране.